Актуальность вопросов связана с тем, что сейчас, с 2017 года, вступили в силу правила осуществления Росгвардии и ее территориальными органами федерального государственного контроля за обеспечением безопасности ТЭП. Новые правила – это новшество, их до этого никогда не было. Учитывая, что до 2017 года организация федерального государственного контроля в этой сфере была зажата в рамки 294-го федерального закона, который устанавливал сроки, достаточно большие бюрократические были процедуры у нас с этим связаны, что мешало выполнить непосредственно обязанность по государственному контролю и охватить более широкий круг объектов, подлежащих ему, то с этого года в рамках этих правил мы сократили бюрократические процедуры, связанные с организацией при подготовке к этим проверкам, увеличили срок исполнения предписаний, выявленных ранее на нарушений. Также дали возможность продления этого срока еще на один год, если субъекты ТЭК мотивированно пояснят, что это продление необходимо. Также мы новыми правилами установили периодичность проверок. Учитывая, что сейчас в органах исполнительной власти предусмотрен риск-ориентированный подход к ним, с этого года проверки объектов ТЭК будут осуществляться для высокой и средней категории опасности раз в год, для низкой категории опасности один раз в три года. Ну, в принципе, вот это самые такие основные моменты, которых сегодня хотелось озвучить. Но с учетом уже небольшой, но практики этого года поступает много вопросов от субъектов ТЭК, в том числе от наших коллег, как это все проводить, эти проверки в условиях новых правил. Поэтому мы готовы выслушать любые вопросы и ответить на них. В первую очередь был адресован доклад юридическим лицам, которые владеют объектами ТЭК. Мы не стремимся зажимать субъекты ТЭК. Наша цель своевременно выявить недостатки на объектах, им принадлежащих, и принять меры к их устранению. Больше всего вопросов вызывает сроки исполнения предписаний. Учитывая, что правила вступили в силу только с 2017 года, многие субъекты ТЭК не перестроились еще с прошлого года, когда срок устанавливался не более одного месяца. Вот самый основной вопрос, который поступает от юридических лиц.